Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у вас на экранах не что иное, как самое, что ни на есть настоящая халява. Ну а нас, ребят, любящих халяву, огромное количество. У тебя спина белая. Это прикол к 1 апреля, и разработчики действительно обалденно его преподнесли. Мне очень сильно нравится. Вообще, сам прикол покупки за 2000 золота, 2000 золота, это просто чума какая-то. Понятное дело, что данным предложением смогут воспользоваться только те ребята, у которых на счету золотой копилки эти два косаря золота есть. За эти два косаря золота вы получаете 2000 золотых монет. То есть, по сути, вы покупаете себе анимированный аватар, который крайне прикольный, крайне симпатичный, плавающая уточка, почему бы и нет. И вы получаете, ребят, приказ. Приказ непростой, а на победу в 10 боях. Временный предмет на 2 дня, и это дает вам возможность в течение одного дня, сделав 10 побед, получить себе целых 3 дня прем-аккаунта, а с прем-аккаунтами у нас сейчас действительно в игре беда. Достать их из контейнеров невозможно, соответственно, необходимо получать их либо за реальные бабки, ну, либо из вот таких вот хороших предложений. И вы можете получить себе выскочку. Это довольно прикольный обвесик, который давно уже есть в игре, но, как я знаю, многие его хотят себе. Веселый, фановый, прикольный. И есть тут, кстати, Утя. Вот такой вот прикол выложили к 1 апреля. И да, ребят, всех с праздником смеха. Шутите, веселитесь, получайте удовольствие от игры. Подшучивайте друг над другом, но главное помните, что ваши шутки, они ни в коем случае не должны быть обидными для тех, над кем вы подшучиваете. Ну что, побежали, забираем халяву, 10 боев победных и забираем себе обвесик. А на данный момент у меня все, как только что-то появится, обязательно выложу. Всех благ, друзья, мира и обязательно спокойствия. С 1 апреля, пока-пока!